Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить про видеоредакторы Adobe Premiere Pro. У меня стоит профессиональный Adobe Premiere Pro. Ссылка будет в описании сайта, откуда я скачал. Ну, сейчас, откуда я скачал, из торрентино все там изменялся сайт. Я дам предварительный адрес, откуда скачать. Не знаю, как будет сработать или нет. Жаль, что этот сайт все закрыли, изменяли, чтобы не скачали оттуда программы. Там был все взломан, ну, на ключи не были. Я скачали бесплатно, активировал Adobe Premiere Pro. Ну, некоторые подписчики из YouTube там. Movie Maker из одного видел, что там был пробная версия, там значок был, ну и для записи это не так уж красиво показать на YouTube. Вот сейчас я уже открыл Adobe Premiere Pro. Вот такой рабочий стол. Ну, я максимально коротко расскажу, как тут можно монтаж сделать, видеомонтаж сделать. Обрезать, добавить титры, еще что-то. Ну, коротко буду рассказывать, потому что весь монтаж видео составляет вот эта часть. Да, если углубляться, там всякое есть разные настройки, звуковые эффекты. Ну, это для видеомонтажа, для YouTube это не имеет значения, потому что мне делаем, снимаем фильм, смысла нету так углубляться. Вот сейчас стоит у меня передняя часть видео, как начинается видео. Тут можно и затухание делать, добавлять из темного черного экрана, медленно открываться. Ну, это основной рабочий стол, где вставляется видео. Вот это видео, ниже звук, можно их отличать от друг друга вот таким способом. Например, нажимаем левую кнопку мыши. Тут скорость, длинность, звуковой канал. Отменить связь. Если я тут нажму, тут все отделится видео. Будет отдельно, звук отдельно. Ну, пока не буду все это сказать, потому что смысла нету. Потом, у кого будет вопросы, пишите, я сниму видео, покажу вам, что как надо делать. А это тут уже идет вот эта обложка. Ну, кому-то может и что хотите, так и вставляйте. Если хотите изменить размер, можете тут кликнуть, увеличивать, уменьшать, перемещать, всякое можно делать. Еще тут можно и делать движной фотографии. Может он вот так придет, так уйдет. Это все можно делать. Как я монтирую, монтаж делаю видео? Ну, у меня уже есть готовые видео, которые я заранее заготовил. Вот это видео скоро будет на YouTube. Подарок охотнику PS5. Вот я отдельно все это, даже есть некоторые видео, пока не монтаж делал. Ну, сложного ничего нету. Там есть пару видео, я смотрел, как они заходят в файлы, добавить. Сейчас откроется, покажу. Очень сложный путь выбирают, как загрузить видео. Тут файл, импорт видео, импорт списка пакетов. Это все, ничего не надо. Тут очень легко. Вот, берем видео, например, вот это. Тащим сюда. Раз. И видео сейчас добавляется. Вот все. Вот эта добавка идет, вот эта трансляция, ну, добавка. У меня ноутбук не так уж
мощный, поэтому все медленно делится. Оставляем вот здесь. Мы это уберем. Это линейка времени. Сколько время? Вот. Можно тут переход делать очень интересный. Вот смотрите, идет главный. А когда отрывается, оно так медленно, это значит, что мощность нету ноутбука. Поэтому я мощные видео не делаю там. У кого сильный компьютер, там процессор или видеокарта большая, то можно всякое делать. Вот, смотрите, это плавно не шел. Ну, для... Вот, сейчас будем делать переход плавный. Информация, эффекты, заходим эффекты, видео эффекты. Еще нам нужен видео переходы. Вот. Но тут очень много переходов. Кому что интересно, может. Но тут вращение, вращение куба. Вот таким способом тянем. И вставляем. Окей. Ну, смотрите, как будет. Идет. Так. Шел вот так и вот. И интересное видео. Идет вот так. Это сохраняем. Вот заходим в файл. Сохранить, чтобы, не дай бог, если у вас проблем будет, вот этот монтаж сохранится внутри. Не. Чтобы, ну, ошибка не была. Потому что если видео часами сидишь, работаешь, не сохраняешь, и не дай бог, вылет из программы. Закроется, все потеряется. Ну, каждые 5 минут можно сохранить файлы, чтобы ничего не терять. Так, идем второй клип. Вот это тоже. Нет, это я забыл сказать, что прежде чем перенести видео тут, возвращаемся в проект. Без имени. Ну, тут можно добавить имя проекта. Тут перетаскиваем здесь. И перемещаем сюда. Ну, тут тоже можно добавить видеопереход. Ну, давайте растягивание, посмотрим это как получится. Окей.
тут переход очень. Ну, вот эта линейка увеличивает видео, где можно четко обрезать видео по месту. Вот. Сейчас посмотрим, изменится. Вот идет стрижное растягивание. Давайте. Тут трехмерное движение. Другой поставим масштаб. Вот идет, масштабирует и вот так уменьшается. Тоже красивый переход. Идем сюда и перетаскиваем следующее видео. Так. Вот. Программа минус тот, что когда идет уже запись видео, очень медленно все это делается. Примерно 10 минут видео может тянуться почти час для сборки видео. Это тоже добавим эффект и вот такой масштаб. Сейчас применить. Пружину ставили, это что готово. Остался Ну, две сейчас минуты я гайки красить, посмотрю, откуда потом модно удалить. можно Ну такой вылезть хороший видео. нас без получилось. Охотнику самый подходящий подарок такой без смотрится. Вот, например, вот эти уже конца видео мне не нужен. Выбираем вот этот инструмент подрезка или нажимаем C. Вот так нажмем правой кнопкой мышки. Все, обрезался. Посмотрим Спасибо конец. за просмотр, друзья. Вот, как это удаляется. Вставляем вот эту курсор левой кнопкой мышки. Нажимаем и очистить даем. Все, вот эта лишняя часть мне уже не нужен, потому что идет последнее видео. Конечно. Здесь добавляем эффект. Ну, давайте вытесним вкладка вот такой. Переход сделаем. Так идет уже. Смотрим видео. Вот это сейчас.
Вот, например, вот это уже конец видео, ну, там последнее слово говорите, и тут уже можно ставить затухание видео. Помедленно. Как это делается? Ну, сперва я обрежу вот эту часть верхнюю, вот эту, потому что мне уже это длинное, ничего мне не нужно, очистка. Возвращаемся на линейку, чуть меньше, вот так. Например, хочу вот отсюда, видео постепенно затухался и все равномерно были. Заходим, сперва кликаем на видеодорожку, где идет видео и звук. Заходим, непрозрачность. Тут есть галочка, вот это, когда нажимаете, открывается вот такой уровень. Самое главное, тут ставить ключ, чтобы до этого ничего не изменялось. После ключа все изменяется. Сейчас покажу, как это делается. Вот, ставили ключ, это закрываем. Громкость, уровень, обход не надо, только громкость. Уровень тоже добавляем ключ. Эту линейку не трогаем, потому что, чтобы все равномерно, все идеально, четко вместе работали. Тоже затухался вот эта эмблема. Нажимаем ключа для. Вот, эту линейку перетаскиваем до почти конца. Вот. Где-то в районе здесь. Так и тоже пойдет. И хочу вот так сделать, чтобы вам видно было. Смотрите, начнем с этого. Вот это 100% перетаскиваем до нуля. Вот, исчезала наша эмблема. Потом переходим на видео. Тут громкость опускаем до конца. Жаль, что не слышно будет видео, потому что внутренний звук отключил. И еще переходим на непрозрачность видео. Вот. Закрываем. И извиняюсь, не то место зашел. Вот. И спускаем до нуля. Так. Предварительный осмотр делаем. Вот. И так идет. Вот это показывает, откуда все начнется медленное затухание. Вот уже идет затухание. Вот. Все равномерно идет до конца. Итак, это все сохраняем. Сохранить. И переходим. Ну, можно тут уже все видео смотреть, потому что иногда, когда много видео, там работы много, что-то остается, рекомендую все заново смотреть и доделать. Потому что у меня был такой случай, когда я не смотрел весь видео, записали, я открываю, что-то там ничего, не все нормально работает. Переходим в файл для записи. Ну, это чуть уменьшу. Вот так сделаю. Потому что мне на экране работать должен. Если в запись идет, на экране ничего не можете делать, если полный экран. Так, файл, экспорт и медиа данные. Заходим здесь. Сейчас откроется еще одно. Уже это монтажный идет, конечный монтаж. Все
прилипает вместе видео, общий итог дает. У меня ноутбук не тянет скорость, поэтому я и OBS Studio не смог записать видео, потому что, как понимаю, у меня видеокарты нету, поэтому все затрудняется. Так, формат вставляем для YouTube, записи YouTube, для большого, так скажу. Запись оставил H264. Это Full HD. Еще тут стиль, размер видео для Full HD ставил. Сейчас вот. HD 1080R 25 кадр в секунду. Это самый подходящий. Ну тут можно и побольше ставить, но смысла нету, потому что видео на YouTube будет зависать, у кого слабый интернет, это 100% не откроет, это самый оптимальный вариант работы. И тут можно зайти, куда должен сохраниться видео, можете указать путь, можно и в компьютер, на рабочий стол, куда можно, там и записать, можно сохранить видео. Ну я уже место на ставил, где буду, и нажимаем экспорт. Сейчас аудиофайлов все пройдет и начнется уже монтаж, запись монтажа. Сейчас уже. Все. Вот это уже идет запись видео. Пока 0%. Вот это самый долгий запись, это вот этот процесс. Не знаю от чего, даже у меня дома я тоже записываю, там 1 гигабайт видеокарта есть, но все равно он медленно все делает, поэтому не знаю это от чего, наверное формата, там сколько обрезков был. Ну смотрите, видео 5 минут 39 секунд, будет заниматься записи 55 минут, даже 57, но это очевидно зависит от нагрузки ноутбука. Ну, буду ждать, когда все записывается, и потом поставим на YouTube. Все, ребята, думаю, полезное видео. Кому вопросы будут, пишите в комментариях. Еще, если хотите, сниму еще видео, там кое-что покажу. Кому интересно, задавайте вопросы, я отвечу. Спасибо за просмотр. Пока, удачи. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получить новые уведомления о новых видео. Пока, удачи.